со всеми желающими, кто сейчас есть на выставке Экспо и хочет сыграть с гроссмейстером международного класса Динарой Сатвакасовой, могут подняться в корпоративный павильон Самсунга. Здесь фонд Дому организовал вот такой сюрприз для любителей шахмат. И каждый день мне подходят новые участники, которые, может быть, всегда хотели, мечтали сыграть с гроссмейстером, но не могли. Сейчас посмотрим, какой самый маленький участник. Самый юный. Сначала он немного растерялся от того, что ему предстояло играть с таким маленьким шахматистом, а потом он, как говорится, собрался и сейчас играет. Я считаю, что это, по-моему, это самое интеллектуальное наше будущее и действительно реально то, что мы можем предоставить, показать нашим иностранцам на Экспо, это наш творческий и интеллектуальный потенциал нашей страны. И я считаю, что правильно нам сделали, что именно такое мероприятие организовали в рамках Экспо.
это бабушка. Сейчас узнаем. Все, друзья, у меня заканчивается батарейка на телефоне, поэтому я свой прямой эфир взял вот уже. Там уже партия закончилась. 15 минут хватило. Я очень плохо играю в шахматы, поэтому вот у меня те, кто играет в шахматы, уже отрыли достаточно умные люди. Вот. Но я думаю, что для всех, кто умеет играть в шахматы, сыграть нары, это просто сыграть с ним партию, это уже большая честь. Все, друзья, простите, у меня заканчивается батарейка, я завершаю эфир.